Добрый день, традиционное пятничное видео. В октябре мы будем говорить о сообществах. Во-первых, потому что эта тема набирает обороты в мире, это уже сложившаяся индустрия, а комьюнити-менеджер, человек по управлению сообществами, это уже сложившаяся профессия, причем с вполне себе приличными заработками. Средний руки специалист, технический специалист, не стратег, в Штатах получает порядка 50-60 тысяч долларов в год. Да, не бог весть что, для по американским меркам, но это деньги, на которые можно жить. А в UK это порядка 30-50 тысяч фунтов в зависимости от квалификации. Community manager — это человек, который отвечает за инициацию, создание и развитие сообщества. Я бы сказала, что существует три базовых вида комьюнити. Комьюнити 1.0 — это община, по сути это семья, в которой, с одной стороны, очень высокий уровень доверия, в общем и целом разделенные цели, но которые очень тяжело масштабировать и капитализировать. То есть это очень маленькие комьюнити. Комьюнити 2.0 – это общество, в котором достаточно невысокий уровень доверия, но зато есть правила, которые позволяют с этим недоверием как-то бороться. И есть общая цель. Одним из примеров обществ являются политические партии. И комьюнити 3.0 – это сообщество. Это то, что мы видим сейчас повсюду. Это некие горизонтальные бирюзовые организации, в которых есть общие ценности, в меньшей степени правила, и в которых не общие, а разделенные цели. Разница между общими и разделенными целями проста. Общая цель – это когда у всего коллектива, у людей, которые находятся вместе внутри комьюнити, одна общая цель, и они на нее работают, как, например, команда в футболе. А разделенные цели – это когда внутри комьюнити есть целый ряд разных целей у людей. Например, там люди начинают ходить в спортивное сообщество, кто-то для того, чтобы похудеть, кто-то для того, чтобы найти новый круг общения, у кого-то кризис среднего возраста, им нужна перезагрузка, для кого-то важно научиться управлять своим собственным телом. В общем, очень разные цели, которые не мешают, а наоборот, дополняют друг друга. И вот это различие, оно не мешает людям двигаться вместе вперед. Вот это пример разделенной цели. У комьюнити трех поколений, 1.0, 2.0, 3.0, очень много общего. Прежде всего, все успешные комьюнити, вне зависимости от поколения, успешны, когда есть три базовых принципа. Речь идет о принятии, речь идет о безопасности, и речь идет о том, что на английском называется reciprocity. Если переводить в лоб, то это взаимность, но на самом деле тут не столько взаимность, точнее, очень специальная взаимность. Когда люди в краткосрочной перспективе делают свой вклад в отношения безвозмездно, не ожидая быстрой обратной связи, быстрой выгоды, но при этом в долгосрочной перспективе, безусловно, они считают, что их интересы каким-то образом случатся. К примеру, мы делаем вклад в комьюнити, помогаем членам комьюнити, помогаем развивать, тратим свое время на волонтерских основах на общие мероприятия, но мы предполагаем, что если нам в будущем станет сложно и нам нужна будет помощь, то мы придем к этому комьюнити, обратимся, и наверняка оно нам поможет. Ну, потому что мы же единомышленники, мы сообщники, мы стая. Давайте посмотрим на то, что такое управление сообществами на примере комьюнити 3.0, на примере сообщества. Есть гипотеза, точнее, я достаточно часто слышу гипотезу о том, что это SMM. Нет, это не SMM, это две абсолютно разные сферы. Человек, который занимается SMM, он занимается работой с корпоративным контентом. Человек, который занимается комьюнити, комьюнити-менеджер, занимается построением отношений с людьми. Это принципиальная разница, абсолютно принципиально. Для этих специалистов нужны разные навыки, разные качества, личностные качества. Абсолютно разные люди добиваются успеха. В отношении теории комьюнити разных поколений есть прекрасная книга Александра Лаузана, которая называется «Экономика всего». Это книга об обществах и сообществах и о том, как вот эти феномены комьюнити сказываются, по большому счету, на экономике целых стран. Например, он рассказывает о том, что комьюнити бывают двух типов. Это bonded и bridged. Bonded – это комьюнити, которые связаны, то есть это комьюнити, которые ограждены неким барьером от внешнего мира. Это типично для ситуаций, в которых очень высокий уровень доверия. Люди, которые стоят примерно на одних ценностных позициях, создают себе такие оазисы доверия в пустыне с недоверия. Bridged community – это комьюнити, которые открыты и связаны друг с другом мостами. И Аузан приводит такой пример для того, чтобы пояснить, откуда это берется.
Он говорит, все мы знаем, как выглядит английский дом. Это кирпичный дом, двух- или трехэтажный, с черепичной крышей, с окнами правильной формы, вокруг которой есть газон. Но разница в том, что в обществах с высоким уровнем доверия, в обществах, в бридж комьюнити, а вокруг дома есть лужайка и все. В обществах, в которых высокий уровень недоверия, вокруг лужайки еще будет забор. И мы знаем, что высота заборов в постсоветском пространстве, в Украине в частности, просто совершенно фантастическая. А Узан говорит о том, что чем выше забор, тем ниже уровень доверия общества. И других индикаторов нет. Посмотрите, говорит он, на то, какой высокий забор, и вы поймете, как обстоит ситуация с доверием в стране. Почему он так много говорит о доверии? Потому что это не просто какая-то абстрактная характеристика, потому что от уровня доверия зависит уровень транзакционных издержек. Грубо говоря, инвестиции в забор. А чем выше недоверие, тем выше заборы, тем дороже нам обходится все. Тем дороже вести бизнес, тем сложнее строить отношения, тем дороже заводить себе друзей и так далее. Транзакционные издержки фантастически высоки. Именно в этом, в широком смысле, ценность сообщества. Потому что сообщество – это территория доверия. Это территория, в которой транзакционные издержки низки. Поэтому люди так стремятся попадать в качественные сообщества, потому что для них важно попасть в среду, где их задачи будут решаться быстрее и дешевле, чем за ее пределами. Одним из примеров эффективных комьюнити 3.0, эффективных сообществ, является беговое сообщество. И внутри бегового, к примеру, есть такая штука, которая называется Nike Plus Running. Это беговое сообщество Nike. Когда Nike зовет к себе, он не обещает скидки на кроссовки и не обязует покупать кроссовки. А он говорит, приходи, здесь ты получишь мотивацию, здесь ты получишь партнеров, с которыми ты сможешь бегать быстрее, здесь ты получишь полное принятие. То есть тут тебе всегда рады, тебя пожалеют и так далее. И тому подобное. На самом деле, конечно, когда ты попадаешь в сообщество Nike, с одной стороны, ты получаешь доступ к скидкам, ты получаешь информацию о новых продуктах, и ты, конечно, погружаешься в мир Nike. С другой стороны, через какое-то время ты замечаешь, что ты действительно бегаешь в Nike. Так выходит само по себе. Хотя никто от тебя этого не требует. А другой феномен бегового сообщества – это бегуны на длинные дистанции. По каким-то причинам, для меня непонятным, искренне считают, что плохой человек не может бегать марафон. Я марафонец, он марафонец, безусловно, мы можем доверять друг другу. Да, это величайшая иллюзия, очевидно, что физический марафон может пробежать практически любой человек. Но, видимо, у марафонцев такой путь к этой дистанции, что они считают, что человек, пройдя этот путь, не может оказаться негодяем. Итак, для людей сообщество – это некое безопасное место, где они могут получить определенную взаимность. Для бренда сообщества имеет смысл в двух случаях. Во-первых, если бренд планирует продавать что-то внутри, как Nike Plus, либо если бренд планирует расти, ему нужны агенты роста. Итак, сообщество – это целая индустрия, целый мир, и комьюнити-менеджер – это, в принципе, состоявшаяся профессия. Для того, чтобы узнать немного больше об этом мире, есть смысл посмотреть на отчеты по состоянию отрасли. Этот отчет называется State of Community Management, выпускается каждый год, вот по ссылке можно его посмотреть. Кроме того, существуют глобальные ивенты в области комьюнити менеджмента, например, CMX Summit в 2017-2018 году, в 2017 был, в 2018 планируется. В Украине пока что это находится в зачаточном состоянии, то есть я буквально каждый день слышу вопросы о том, чего вот у меня есть комьюнити, что с ним делать. Это предвестник того, что через 2-3 года мы увидим, как формируются отрасли, как появляются качественные специалисты. Пока любой бизнес, любой бренд, который решит управлять своим комьюнити, будет вынужден расти человека изнутри, потому что невысоких крутых специалистов в Украине пока что нет, по крайней мере, нет. Я искренне верю, что за сообществами будущее, именно вот этого третьего типа, за сообществами с разделенными целями и общими ценностями. Я искренне верю, что они будут понемногу дополнять существующие институты из модели общества 2.0, а может быть и замещать их. И мне кажется, что каждый из нас в том или ином виде совсем скоро будет причастен к формированию сообщества, а возможно даже к управлению.